Всем привет! Сегодня я хочу вам показать, как сделать обложку для видео. Я пользуюсь такой программой, как PixArt. Мы туда заходим, выбираем любой фон и добавляем туда ту фотографию, которая, возможно, подходит по вашей теме видео. Вот я уже добавила. Теперь я хочу написать название видео. Итак, я уже все написала, выбрала вот обводку. Вы тоже можете выбрать пожирнее или не очень. Цвет, шрифт. И нажимаю на галочку. Теперь я хочу добавить несколько стикеров. Я добавила стикер и еще написала одну надпись. Теперь я сохраняю это все. Нажимаю на стрелочку. Сохранить и сохранить фото на устройство. Все. Теперь у нас есть обложка на видео.